Программу «День пельмень» на национальном телевидении Чувашии представляет сеть профессиональных стоматологий «Дентамед». Хохотушки, веселушки, говорушки, непослушки, за животики, держалки, обсуждалки и игралки. С нами праздник каждый день. Передачи «День пельмень». Всем привет! Это самая праздничная программа «День пельмень». И сегодня мы с вами будем праздновать День книжных закладок. Ура! Известный факт. Многие современные ребята больше любят играть на телефоне, чем читать книжки. Наверное, потому что у них нет самой красивой закладки. Ребята, из чего можно сделать закладку? Закладку можно сделать из бумаги или как картона. Если у тебя нет вот такой закладки, можешь линейку положить в книжку. Вообще-то нет. Если ты положишь туда линейку, то книжка может порваться. И как ты пойдешь в библиотеку с ворованной книжкой? Можно сделать из пластилина, он засохнет и будет у тебя закладка. Вообще-то нет. Пластилин может засохнуть и слипнуться страница, и ты не сможешь открывать свою книжку. Когда я был маленький, мне мама в книжку прятала шоколадку. Когда я дочитаю до нужной страницы, меня ждал сладкий сюрприз. Какая классная идея. Тоже буду ее использовать. Ну а сегодня мы с вами будем делать закладки из бумаги, которая точно не повредит книжке, Владик. Берем небольшие квадратики, примерно 10 на 10 сантиметров. Складываем их по диагонали. У нас получился треугольник. Теперь меньшие углы складываем к вершине. Получается вот такая вот заготовочка. Теперь отогнем край так, чтобы уголок касался середины первоначального сгиба. Теперь наши выпирающие углы мы засовываем в кармашек. Вот и получилась наша закладка. Ее можно украсить и превратить в разных героев. А я уже украсил. Вот у меня Спанч Боб. Какой красивый и яркий. Такие замечательные закладки мы можем подарить друзьям на любой праздник. Только не забудьте убраться за собой на столе. Ребята, а для какой книжки вы делаете свои закладки? Я делаю для своей любимой книжки, которую взял в национальной библиотеке. Я как раз взял не одну книжку, а целых две. Но мне больше всего понравилась «Электроник» или «Мальчик из чемодана». И еще у меня была одна книжка «Миллион и один день каникул». Как ты много читаешь, какой ты молодец. У меня есть такая любимая книжка про Хрюшку и Финтифлюшку. Как интересно. Я сделала свою закладку для школы, для английского языка, потому что английский язык – мой самый любимый предмет. Ребят, наши закладки очень часто теряются. Что мы можем придумать, чтобы их не терять? Закладки нужно класть глубоко в книгу, чтобы они не выпадали. Можно сделать вот такую же закладку, только внутрь положить фонарик. Если она потеряется, можно, когда она упасти, кнопочка на будет нажиматься, и она будет мигать так. Виу-виу. Потом мы можем ее найти. Ну и что, закладки теряются? Зато мы можем каждый день делать новую закладку. Даже если мы потеряли новую, которую мы сделали вчера. Читайте книги, радуйте близких. Увидимся совсем скоро в программе «День пельмень». Пока-пока! Для достижения высоких результатов в любом деле эту работу нужно любить искренне, беззаветно и преданно. Высококвалифицированные врачи клиники «Дентамед» верны своей работе и неизменно вот уже многие годы отлично выполняют свой долг перед пациентами. Добро пожаловать в клинику «Дентамед». Звоните 55 55 55. Обязательно. И без этого никуда. А это зачем? Пригодится. Ну что, к полету готовы? Поехали! Поехали!
межрегиональная выставка товаров и услуг для детей и родителей. Планета «Дети». В программе «День рождения Деткиц и торт», «Танцы с Деткиц», конкурс рисунков, розыгрыш призов и много подарков. 12 мая. Чебоксары-арена с 10 утра до 9 вечера. Вход свободный. Телефон для справок 211-711-0+.